Это ужас, блядь. Ну и чё, на каком моменте меня отрубило? Сейчас, подожди. Пока стрим упал, сейчас я сделаю вид, как будто бы я из стиральной машины достаю пакет. Сейчас. О, ребята, привет! Я только пришел, и тут, во-первых, держите. Сейчас, подожди. Блядь, все в глаза попал. Так, ого! Ничего себе, это шо, в Корее продукты, кстати, я нахожусь в Корее, ничего не хочу сказать, но Samsung, блять. Если я нахожусь в Корее, ничего не хочу сказать, но Samsung, блять. Опа, нихуя себе, там еда, представляете, еда настоящая. Ладно, мусор мы оставим на сладкое, на потом, пока что это принесу. Я пропотел, пиздец, на самом деле, не стоило. А, ну я тут, ты где? Коль, ты в какой комнате? Все хорошо. Так. Что я делаю? Я вытаскиваю пауэрбанк. Мусор открывай. Блять. Я говорю, это на сладенькое. Подожди, мусор потом откроем. Сейчас, секунду. Так, телефон. Ну, как-то вот так пониже, наверное, надо камеру, да? Ну вот. Вот. Фу, руки трясутся, я в ахуе. Все, можешь выходить. Тут все. Я на тебя камеру направил, можешь выходить. Ты как какаешь на кровать? Ну ладно, сейчас. Сейчас, пацаны, секунду, подождите. Давайте небольшая музыкальная пауза, я вам включу пылесос. Кстати, ничего не хочу сказать, но Samsung, блядь. Ладно, пылесос, все, допустим. Фу. Ебать, ну давайте покупки разбирать, что ли. Посмотрите пока за камерой, чтобы было видно. Скажете, меня видно? Нет, вообще покупки будет видно, нет? Иду в гараж, блядь, я с вами разговариваю. Все, выходи, смотри, подходи за эту, за баранку вставай. Угу. Все, говори, меня видно? Нет, ну хотя бы, знаешь, так, хотя бы наполовину этого тела. Да, да. Видно? Да. Все. Я хочу, кстати, рубашечку надеть, чтобы вас не смущать. Или не надо рубашечку надевать? Да не, нормально. Короче, комментируй, что это. Это, смотри, это я тебе купил. Ва, это батончик. Не, не. Я сегодня таким же ходил. Тут покакал. Пористым таким же. Хорошо, ладно, мы ставим это вот сюда. Подожди, давай тогда я буду вот отсюда вытаскивать, чтобы камеру не перегораживала. Смотри, что я еще купил? Что мы сегодня будем кушать? Купил еще вот такую, это рыба, рыба. Вот рыба. Это. Хорошо видно в камеру? Угу. Вот, я куплю такую рыбу. Дальше было куплено вот такое, подожди. Я отложу вот сюда, чтобы... Давай сначала, подожди. Давай сначала я покажу, что мы до этого купили. До этого купили мы вот томату чили, чтобы было... Заставь колу, они говорят, что они меня разглядывают в отражении колы. Все, подожди. Сейчас, тихо, за кадром, да, не видно? Ага. Блять! Вкусно? Вкусно. Вкусно. Дай сюда. 10 тысяч рублей я делаю вот так вот и открываю нахуй. Ладно, 20 тысяч рублей, похуй, не хочу. О, пиздец. Нам надо будет... Все залил. Дошек заварить. Дошек заварить. Ну? Я взял дошек, который, с которого точно очко порвет всем. Смотри, мусор. Сейчас. Тихо, держи камеру, чтобы не упал. Нормально? Так, короче, томато чили. Первое, что мы купили сегодня, находясь в магазине корейском. Кстати, мы в Корее находимся. Я еще был в Японии, кстати, в Таиланде, во Вьетнаме, в Египте, в Турции, в Сербии, в Черногории, где еще только не был. Прикинь, братан, что еще предстоит. Это первое, что я взял. Второе. Сегодня мы купили вот эту хуйню. Коля сказал, что она очень острая и нам порвет пердачело нахуй. Я не знаю, если честно, будет так или нет, но, если честно, не хотелось бы. Вот. Поэтому вот это то, что порвет пердак. Дальше. Да, вода. 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 Потом, коллаборация Oreo с Кока-Колой. Если честно, вообще в душе не ебу, как это будет. Там было написано, любят приехавшие, понаехавшие любят. Вот так было написано. Вот так вот, да? Угу. Ну хорошо, 400 калорий, ебать. Мы сегодня взорвемся. Ёбнешься. Моя личная рекомендация, я пиздец люблю этот энергетик. Давай прямо сейчас его хлопнем. Или ты не будешь? Не, я не буду. На ночь энергетик. На ночь энергетик. Ну хорошо. Моя рекомендация, энергетик самый лучший в жизни, который я пробовал, охуенный. Просто я рекомендую. Хотите, я вам отправлю в Россию? Да. Да, ну как? Да, хотят, да. Да, значит не отправлю. Хорошо. Есть традиционные корейские снеки, чипсы.
Потом у нас есть, поскольку это страна Чокопай, купили вот такой Чокопай, тоже там примерно на сколько тут калорий было написано? Что-то 10 миллионов. Секретарь пишет, а вас пёхает? Ну мы пё... Ну, нас комната на... со с двухспальными кроватями, думаешь, просто так? Смотри, вот такой вот еще агрегат есть. О, вот это кубинская сигара нормальная. Это вот кубинская сигара. Видно? Вот, смотри. Вот такая штука. Если честно, я даже не уверен, что это колбаса. Я не знаю, что это. Но... Это голбаса. Это голбаса. А потом, это спизжено из... Говорят, у тебя торчит чутка с такого ракурса. Реально у тебя чуть-чуть торчит. Подожди. Это паштет? Блядь, это в натуре паштет? Нахуй мы купили целую, сука, всё, голбасу паштета. Не торчит больше? Да, вот теперь нормально. Тихо. Ничего пошлого. Ничего пошлого. Хорошо, сегодня ходили в Гасяпоны, заплатил 3000. Сколько это на наши деньги? Это 210 рублей. 210 рублей, и мне выпала просто ебаная залупа, блядь. Я не знаю, я так расстроился, когда мне выпала эта хуйня. Просто посмотри, это, блядь, за 210 рублей. Ебать, да в этом даже шоколада не было из киндера, это отвратительно нахуй. Бабочка на попе. Это пиздец. Ну мы тебе переводку потом сделаем эту. Я хочу... Хотите, я вам кому-то привезу это в Россию? Абсолютно бесполезное говно. Надо? Да. Все, заебись. А включи кондей, хули кондей не работает. Бабочка на дистресс-попе пишет. Бабочка на дистресс-попе. Хорошо, ладно. Сейчас, подожди. Че, в натуре встал? О, блядь, тихо, тихо, тихо. Заткнись на! Заткнись, блядь! Заткнись на! Шмара. В натуре встал, подожди. Шмара. Ладно, из того, что я купил сейчас. Корея зомби. Я видел, видел. Корея зомби. Это угарно. Это угарно. Из того, что я сегодня выбил. Вот выбивали сегодня в игровом автомате в Лохотроне, выбили вот такую вот манекенеку. Тоже могу привезти в Россию подписчикам на Бусти, естественно, моим сладким, моим хорошим, для которых я сделаю еще отдельных два стрима и буду всякие туда ролики пилить. Вот, для вас, естественно, кому-то из вас достанется вот эта вот хуйня, которая, наверное, стоит рублей 300. Вот, тоже. Это Юрина. Или ты хочешь разыграть? Давай подарим кому-нибудь. Можем кому-нибудь подарить. Ты чату хочешь подарить или на Бусти кому-то подарить? На Бусти, конечно. На Бусти, естественно. Посмотри, такой говняк. Это вообще пиздец. Это тоже с лутбокса выпал. А покажи мою хуйню с лутбокса, по-моему, там где-то в комнате. Где она лежит? А, по-моему, на стуле сразу, не? И прикольная штука выпала такая. Я вот в лутбоксе, я вот такую, кстати, получал после 2014 года, блин, очень сложно было. Не, мне очень легко было. Там сейчас нашим вообще дают пиздец. Ну, слушай, прикольно. Сколько стоило? 2500, 2500, прикинь. С печатью, со всей хуйней. Я пришел этот. Слушай, прикольно. Мне говорят, все, ты больше... Не Нурбек ты больше, ты теперь Коля, говорит. Есть таблеточки одни такие, которые в Корее чисто продаются. Во-во-во. Ну, ешечка такая неплохая. Во-во-во. Мы сейчас с Колей закинулись, вот как раз две. Ну, я две съел. Отличная штука, тоже рекомендую. Ладно, на, покажи сам в камеру, что тебе выдали. Вот эта вот хуйня отобрана буквально с боем, блядь. Вот такая. Ну, я думаю, Ярику подарить. Ну, то есть, если мне что-то не нужно, я дарю Ярику. Все, хорошо. Как он? Я дальше. Могу трехактовую разыграть, то есть, ну, входит, да, входит. Смотри, подожди. Вот еще. И выходит. Вот еще вот такая есть. Че, там меня видно в камере, что-то сверится. Вот такая штуковина, приколдес. Ну, это мороженое. Убери, пожалуйста, это в холодильник. Пока что. Аниме. О, тоже 12 сантиметров, как-то маловато. О, как у меня. Нет, тогда нормально, слушай. Потом есть очень классная штука. Я так и не понял, что это, но вот так выглядит. Если честно, вообще без понятия, просто какая-то жижа. Дистресс Поппи писала, что это бульон чисто. Бульон? Значит, будем бульон жрать. Да. Потом есть энергетик в виде антиперспиранта. Ну или фалоса, я хуй знает. На самом деле прикольно. Надо будет сегодня протестить. Вот такая штука. Так. Ой, банки, говорят, сетят. Банки сетят прямо в лицо. Какие банки? Твои. А, вот эти? Нет, вот банки. Твои банки светят. Так я говорю, что мне рубашку, может быть, надеть, если вам это, блядь, мешает. Вот, смотри, вот такую. Тоже японская тема. Вот, тоже такой купили. Потом купили... Подожди, я не понял. Я дюпнул эту хуйню. Или что, блядь? Какого хуя? Я две этих хуйты купил. Ладно, допустим. Ну, у нас сегодня, блядь, замечательный праздник, блядь. Сегодня какой-то новый... Подожди, нахуй. А как это? Я не знаю, походу мне в подарок еще, ну, дали. Интересно. А за сколько ты заплатил? За одну или за две? Я не знаю, если честно. Ну, все.
Потом есть вот такое. Вот, это без комментариев. Яху, говорит. Потом есть, ну и самое последнее я оставил, очень крутая вещь. Вот хуй знает что. Это шарики. Шарики, шарики Ярика. Вот. Шарики Ярика. Маленькие, кстати, такие яичишки, маленькие. И последняя вещь, сука, 9000 стоило. Я ебать не знаю, что это, но выглядит охуенно мерзко. Будем такое жрать. Будем. Какие-то потроха, блядь. Ладно, давайте что ли начнем. Че, мне сесть надо куда? Да. Все, пока, говори с ними, покажи вот так вот камеру чуть вниз. Уебано. Давай, давай, давай. Только аккуратно, тут слева нажмешь, камера переключится тебе. Я на помню, ебучку. Помню. Ты помнишь. Не хотелось бы, не хотелось бы. Так, да похуй, я начну пробовать, хули мне. Сюда. Я хочу, мне больше всего надежд у меня на кока-кольное Орео. Мне кажется, это должно быть вообще разъеб. Бля, здесь кока-кола нихуя не стандартизированная. Мы в каждый магаз заходим, в каждом магазе своя кока-кола. Я уже успел попробовать кока-кола лайм, кока-кола пайнэппл, кока-кола, блядь, лемон, кока-кола какая-то нахуй этот спешл эдишн, блядь. Вся хуйня есть, представляете? Каждый магазин свою кока-колу, блядь, льет. Это нормально? Тебе ж задонили 100к, показывали. Нихуя мне не задонили, блядь. Нихуя. Так бы сидел сейчас вот здесь вот за столом с вами. Ёба народ, блядь. Не открывается, представляете? Не открывается. Мы хотели... Юра еще с нами хотел все пробовать. Но он не захотел вкидываться за продукты, поэтому Юра нихуя не будет. Пошел он нахуй. Давай. Это Юра не ест. Так, меня будет видно отсюда? Нет. Сейчас камера вниз направлена. Ну, подними ее чуть-чуть. Да ёба, народ. Подожди. Так, меня будет видно? Все, я оделся, чтобы мало ли что-то там это... Да, вот так видно. Все. Сейчас, посмотри на меня на секунду. Посмотри. Башка обрезанная. Колян. А меня будет видно вообще? Фотофиксация, да. Произошла. Фотофиксация. Хорошо, меня нормально? Да, ты как ваномас одет сейчас. Да? Заебись. Ладно, с чего начнем? Давайте бахнем. Батя, давай. Бахнем вот этого. Сильно. Так, тебя возможно хуёво слышно, я не знаю. Ну, прибить камеру чуть-чуть, продвинь ее просто сюда ко мне. Тебе чат дать? О, бля. Чат? Да. Давай чат. Давай сюда чат. Подожди, ты еще так резко не двигайся, у тебя битрейта не хватает на такие движения. Тебе нужно медленно двигаться. Да ёбаный рот, что ты суетишься? Все нормально видно. Нормально видно? Да, да, да. Хорошо. Тебе нужно просто... Говорят, нормально слышно было. Нормально было слышно? Да. Уверены? Да. Не пиздите мне. А ты нахуй не уёбывайся, черт ёбаный. Хорошо, давайте первое, с чего начнем, это Корея зомби. Я уже открыл этот. Орео? Кока-колу Орео. Можешь в меня кинуть, если хочешь? Сейчас. Же. Ну, кстати, почти. Мама, ворум. Юра, иди нахуй. Юра, ты вкидываешься? Да. Да? Mm. Все слышали? Он сказал, что он вкидывается. Если хотите, чтобы Юра ел, ливайте со стрима. Ладно, поехали? Поехали. Да. Кока-кола, кстати, полное говно. Ну, в смысле, Орео. Ну, дефолт. Тупо дефолт. Ой, блядь. Блядь. Пиздец, никто в горло пошло. Заражение зомби-вирусом. Ну, неплохо, неплохо. Для начала неплохо. Хорошо. Как думаешь, я смогу это прокусить ртом? Да. Ну? Зомбительно. Бля, если честно, неплохо. Ну, то есть, по факту, как колбаса. Если честно, как докторская колбаса, только такая более, знаешь, обтекаемая. Угу. Ладно, через Юра все передай. На, держи. Ну, колбаса, кстати, неплохая. Я, пожалуй, тут за тобой докушу. Все. Ну, кстати, зомби отличная. Это не паштет, нихуя. Они говорят, это паштет. Пиздоболы. Это как спам. Бузулукский колбас. Кстати, вполне себе. Это спам? Кстати, Слава, нельзя голым. Блять, Слава, ёбаный рот. Нельзя голым заходить в кадр, блять. Славе похуй. Сука, сын говна, хоть соски потом прикрой, чтобы меня не забанили. Хорошо. Что дальше, к чему приступим, ребята? Давайте, можно чипсы попробовать, можно... Надо чайничек. Где у нас чайничек? Подожди, у нас чайник есть? Есть, есть. Вон. А. Все, ебани водичку, ебани. Давайте пока что следующее будем есть. Мы вот эту вот залупу ебучую, мы напоследок оставляем или вначале едим? Давай вначале. Пух, я готов хоть сейчас. Пока будет дошик завариваться, проще надо что-то делать. Мне кажется, просто шумно будет из-за воды, если он будет греться. При всем разнообразии вы купили грязь и две печеньки. Тимур, гражданство здесь не продают. Тимур,
Да я не буду это говорить. Ладно, это грубо пиздец. Да, это грубо пиздец. Ну я не буду это говорить. Да пошел ты нахуй. Там только грязь и... Костя вам показывал магаз? Там на самом деле нихуя нет. Мы ходили по огромному магазу этому. Лотте Март, бля. И там нихуя нет. Мы ходили, нихуя не нашли. Что нашли, привезли. Покажем. Все. Бля, ебать, она мерзко выглядит. Пиздец. Ты мужчина. Просто... Ты добытчик. Это просто пиздец. Может, ее вот с этим надо есть? Хая. Ладно. Если честно, я после колбасы уже много... Ты будешь колбасу? Нет, спасибо. Я не знаю. Уф. Чей батя, говорит? Ладно, погоди. Узявик. Ну-ка, покажи. Фрик. Только не пок... Ладно. Тут может быть написано, как ее нужно есть. А сейчас тут есть перчатки. Да похую, не, давай. Хули ты под долбоеба косишь? Скрывай нахуй. Скрывай, давай. Все, кусай. Ебать, это просто мерзко. Кусай нахуй. Это просто мерзейшая хуйня. Когда говорят кусай захуй, я вот это представляю. Подожди, я хочу показать. Давай, я не оттягиваю неизбежно, но это просто пиздец. Оно твердое, вот я не могу даже сжать, я со всей силы сжимаю. Тут какие-то кости. Я ебал, у меня собака такой же, жрала, блядь. Вот так, поверни к камере. Вот так? Да, вот так. Во, вот так прям видно, что там еще снизу подтекло, оно вообще охуенно. Ебать, это пиздец хуево выглядит. Отломи мне кусочек, давай сразу. Ебать, просто послушай этот звук. Охуенно. Ебать. Приятного аппетита, мужики. Блядь. Это просто... Кстати, но оно ничем не пахнет. Оно пахнет этим... Голбасой, блядь, не знаю, хуй его пойми. Фу, блядь. Это просто пиздец. Это пахнет копченым мясом каким-то, копченой рыбой. Давай пока что без соусов, я пробую, да? Да, давай. Там все кость. Это сплошная кость. Ебать. Оно никакое на вкус. Я, ну ты какой-то, знаешь... Полужеле, блядь, я даже раху разорвать-то не могу. Хуй так. Блядь, это стоило 700 рублей. Это пиздец. Подожди, может что-нибудь... Может соуса получше будет? Это межкостное желе, блядь, какое-то. Да не надо это греть, оно уже готовое. Оно просто никакое нахуй на вкус. В натуре, это похоже, знаешь, еще? На хуйню, которую собакам дают, чтобы у них... Зубы точились. Кстати, не угораю, мне реально рвотный рефлекс пошел. Я думал, у тебя его нет. Нарезанные свиные ножки. Юра перевел, это нарезанные свиные ножки. Блять, я не могу, у меня слезы пошли. Меня видно? У меня слезы пошли, блять, видно? Да нихуя не видно. Я отвечаю, это мерзейшая хуйня. Содержит кости. Блядь. Аккуратно содержит кости, блядь. Блядь, это так отвратительно. Я нахуй не могу. Понимаю. Можете соусом каким-то? Да не, мне похуй, я это не буду есть, но оно не мерзкое. Для меня вообще ноль вкуса просто. Я говорю, это просто отвратительно, нахуй. Я не могу. Дай руки помою. Да, для кости съесть кости это каннибализм. А для Тимура собаку съесть это каннибализм. Ну вы поняли, да? Доволен? Доволен собой? Ты просто пиздец. Давай что-нибудь вкусненькое лучше скушаем. Давай. Вот это. Открывай, похуй, давай. Подожди. Давай, знаешь куда? Я вот сюда буду наливать. Вот сюда, и буду кушать. Подожди, давай. Юр, сможешь? Давай, я открою. Налей мне туда немножко. И налей туда. Ебать, оно жидкое, пиздец. Подожди, дай черпаку больше возьму. Наливай вот сюда. Я это выпью. Только не нюхай. Ебать, залупа, просто пиздец. Ух. Подожди, а есть что-то? Надо, это, давай вот это поставлю, чтобы сразу что-то срыгнуть. А, налей мне, налей. Налей, Коля. Ну-ка, что скажешь? Да нормально, слушай. Я думал, будет хуже, но немножко рвотный рефлекс есть, немножко. Давай, пей. Нет, вот еще сразу, если что, сплюнуть. Вот. Не, это, кстати, реально бульон, походу, просто. Ну, он какой-то странный. Да, я сам.
Не все, что ты мне в рот заливать будешь. Ну, собственно, оно как выглядит, такое ебаный в рот и по вкусу. Ну, такое. Слышишь звуки, с которыми Слава стирает? Кстати, кто-то будет доедать? Мне кому-нибудь привезти кому-нибудь вот в Россию? Вот. Надо? Кто-то будет доедать? Это просто пиздец. Это самые бездарные 600 рублей, которые в жизни нахуй тратил. Это просто ахуй. Вот, блядь. Че пишете-то хотя бы? Да. Я буду, говорит, да, давай, давай. Вода из-под риса? Нет, это вода из-под курицы какой-то. Сперма на вкус, как яичный белок. Я понял тебя. Ладно. Самое мерзкое говно у нас закончилось. Ну вот, это просто пиздец. Это пиздец. Это просто пиздец. Если честно, я не знаю, как это жрать. Ладно. Чайник вскипел? Да, чайник вскипел. Давай, хуярь, дошек. Подожди, давай вот это. Давай. Ебать фунфырик, посмотри, как... Подожди, надо вообще вот это надо снять, чтобы точно как фунфырик выглядела. Ебать он медом. Ебать хуйня. Пиздец, он воняет какой-то хуйней. Говорит, забавно будет, если это реально дезик, а он его выпьет. Кость, ну зубами, давай как умеешь. О. Ладно, ну что, будем? Ебать, это как лекарство просто. Это будто лекарство въебал. Пиздец. Дистресс пупе, говоришь, это вроде бы, чтобы похмелья с утра не было. Я е... Хули, ну все такое противное, думал, я вкусное купил. Это пиздец. Давай. Вот, смотри. Ебать хуйня, просто отрава ебаная. Трупного яда на цене. Ой, блядь, воняет. Ой, блядь, воняет, как будто, сука, мясо вываривали 40 часов. Потом то, что выварили, еще раз выварили. И потом то, что получилось, еще раз выварили в бульонный кубик, блядь. Ой, блядь. Ладно, у нас яйца еще остались из такого, что, вот, наверное, скорее всего, супер мерзкое. Ладно, давай яйца ухавать. Кстати, на вкус нормально. Ну нет, у него после вкуса ебанутая. Подожди, я только вкус я сейчас попробовал. Фу, блядь, я не могу их открыть, прикинь. Это от похмелья, да? Да, да. Там из капусты и чего-то еще сделано. Да, блядь, я не могу... С детства выкинь. Ну, блядь, придумали нахуй. Я не могу открыть. Ой, блядь. Ладно, будешь пробовать? Ну, оно неплохое, вкусненькое. Бля, как это открыть? В натуре, что ли, по-человечески надо открывать? Да вон у тебя три ножа. Ну, оно как соус какой-то. Бля. Кстати, это... нож, наверное, нахуй, холодное оружие, ебать. Ну, как тебя ебать-то нахуй? Ты чат читай или отвечай там периодически. Да там нихуя. Банка рассола, подогрейте нож, ебаные айтишники. Те самые яйца, маринованные в моче. Ну, клитерия, блядь. Подогрейте ложку. Зумеры не могут следовать инструкциям по открытию. А есть у кого-то зажигалка? Куда тебя ебать? Коля, хватай нож срочно. У меня нож далеко, блядь, я не добегу. Сука, яйца открыть не может. Будешь яйца? На, смотри, вот яйцо оперу. Вот давай. Все, давай. Дефолтное яйцо. Просто яйцо. Да. Да. Ну, на самом деле, в натуре просто яйцо. Ну, после вкуса опять ебучее какое-то. Если честно, мне не нравится. Что, зажигалка будет? Угу. Это не яйцо, это Малтизерс, не пиздите. Не, это яйценка буквально. Сейчас. Сейчас, пацаны, наливай. Бабушкин рецепт. У меня такой бабушка готовила. Подожди, чуть выше. Выше, выше. Я не могу, блин, я сил нет, подожди. Дай другую руку поменяю. Бабушкин рецепт. Бабушкин рецепт. Самое вкусное. Я надеюсь, оно, кстати, не... Да, ладно. И поехали, смотри. Блядь, ты же обжегся, нет? Да, чуть-чуть. Ладно, все, спасибо. Запоминайте. Все, заебись. Гиперактивный нахуй. Бля. Хорошо, что я это не заснял. Тяжело идет, если честно. Ладно. Почему он ходит постоянно голый? Слава взял с собой два комплекта одежды. Оба постирал. А, блядь.
Хорошо. Следующая штука шоколад. Завари досик, блядь. Подожди. Завари досик. Ладно, блядь, хуй с тобой. Он какой просто еще заваривался. Черный. Первого черного давай ебашь. Фу, я чуть это не пропустил, прикинь. Опа. Сука, буянит, пиздец. Всю приправу добавляем. Эту, стопы. Да, вот эта вот хуйня пиздец острая. Там одна капля, ты дохнешь. Добавляем все. Мы на пол добавляем. Подожди, давай у чата спросим. Смотри, нам всю добавлять или нет? Дистресс Пупи говорит, всю добавляй. Она очень острая. Попробуй чисто, нет, открой, попробуй сначала капелюшку, да. Нюхнуть или? Ну, или и нюхнуть, и вот попробуй просто на пальчик выдави, так сказать. Всю, говорят. Смотри, тут маленькие капли, вот прям маленькая капля. Давай. Ну слушай, пока не так плохо. Пока нормально. Нормально. Ну, то есть, мне кажется, это можно сожрать. Ладно, добавляем все. Ладно, добавляй все. Не, она выглядит как кровь, ебать. Я, по-моему, вот эту хуйню видел, что она пиздец острая. Ну, посмотрим. Так, где мусорка? Где мусорка? Сюда кидай. А, прям вот сюда. Похуй потом берем. Че, наша хата, блядь, что ли? Убери вот это, блядь. Это просто нахуй позор, блядь. Такой жрать нельзя. Оно в кипятке, говорит, превращается в героин. Так это я заберу. Так, ладно. Первый пошел. Тебе надо это снимать? Давай. Тут, кстати, смотри, тут по-умному, блядь, китайцы сделали, видишь? Да. Тут ограничительная линия есть. Это чтобы тебе краска туда намешалась, в этот доширак, повкуснее, чтобы было чуть-чуть. Так, его нужно накрывать или он сам тут запечется? Запечем, найдем. Сделаем. Не-не-не-не-не-не-не-не, ты что-то на розыгрыш. Да, вот так. Голбасой вот это закрой, голбасой. Вон, все, да. Голбасой закрывай. А она закроет, думаешь? Думаю, да. Все. Заебись. Все, вот теперь пока оно заваривается, давай дальше. Ладно, давай хоть чипсы попробуем. Давай. Да я не могу. Блин, даже выпрямить не могу, у меня силы покидают. Он говорит, это бульдак, вы потом будете кровью срать. Ёбаный дрищ. Они очень жесткие. Их трудно есть, они сладкие еще какие-то. Ага. Залупа. Это полная хуйня. Ну ладно. Ребята, не рекомендуем. Полная хуйня. Но я съем потом. Что еще? Я так думаю, снеки СВО будем пробовать. Да. Армейский суп поёк. Слава, закрой дверь, у тебя это, шум пиздец. Ага. Спасибо. Спасибо, родной. Нашел еще... А, это какие-то эти, печеньки. Угу. Сейчас, смотри. Должны быть, я думаю, полное говно. Это вкусно. Такие дефолтные печеньки мне бабка тебе покупала. То есть, они даже выглядят, как печеньки такие. Не верю, все такие жрали. Давай. Но, на самом деле, я такие с чаем постоянно ел в детстве. Сука, с горячим чаем, да? С горяченьким чаем. А мне кажется, заебись, ну, печеньки. Просто, ну, да. Круглые такие еще были. Да, да. Ебать, у тебя пальцы сморщены. Ты что с ними делал? Под водой лежал. Хули они у тебя сморщенные такие. А что поделать, блядь? Ладно, давайте. Похуй на СВО. Давайте. Энергетик откроем, вот этот мой любимый. Давай. В нем я точно уверен. Можешь отпить. Нет. Я не буду. А в мукбенге надо все съедать до конца? Или как? В мукбенге надо, чтобы вкусно было. Реально? Да пока не, что? Хуя, блядь. Пока что это самое вкусное было. Это хуйня полная. И пока что одно разочарование. Ну да. Ноль новых интересных вкусов. Угу. Все дефолтное, кроме... Этого сала ебаного, я не знаю, как это жрать. Ага. Буквально сало туда насали, насрали и заморозили. Сало насрали. Хорошо. Есть вот эта хуйня протеиновая. Угу. С зигующим челом. Давайте ее попробуем. Да, давай. Срало.
кота пососите. Понятно. Бля, что? Вы слышите нахуй звуки, с которыми слово белье избивают? Ладно, погнали. Угу. Шоколадный вкус. Ага. Там есть дырки на крышке лапши, их проткните, через них слейте воду, чуть-чуть оставьте только. Нет тут дырок. Я знаю, как выглядит эта хуйня с дырками, тут нет дырок. Кстати, это реально вкусно, это буквально Несквик. Ну-ка. Пробуйте. Ну и печеньки, кстати, можно тоже вполне себе брать. Они прикольные. К печеньке. Ну да. Это... это нормально. Ебать, ты кореяночка пишут. А, давай сладенько, со сладеньким закончим, потом перейдем палец, к дошикам. Хорошо, ладно. Анимешная теперь будет. Ага. Поехали. Ну это просто печенька. Вот такая. Большая, кстати. Принес мой ебал. Да, кстати. Ебать, что она сахарная. Жестко сахарная. Она выглядит как лепеха коровья в натуре. Первое ощущение, что это очень сахарная залупа. Потом до меня доходит, что это вкусно. Это надо с чаем горячим. Я тогда заебись. А, она когда в кругу. Так пробуй. Ладно. Бля, может чай реально сделать? Бля. Это нахуй печенье, которое... На, запей зомби, запей зомби. На, бля, на зомби. А, это похоже, знаешь, на овсяное печенье похоже. Там орехи какие-то. Там орехи, спущеночка. Приехали в Корею, есть печеньки с чаем. Ну, естественно. А. Дальше. Бля, что копай? Ты думаешь, я смогу его ртом вскрыть? Прям отгрызть кусок. Хуярь. Ты так стараешься, как будто тебе за это очень дохуя донатят. Кстати, ноль донатов за стрим было. А нет, 100 рублей закинули, я помню. То есть оно, наверное, красивенько так было положено. Да. К сожалению, так не получится. Ладно. А если маленькие какие-то, пиздец? У нас у европейцев побольше, если честно. А у азиатов какие-то маленькие, если честно. Ну, без негатива. Я понимаю. Тоже хочешь? Да, возьму. Ты кинуть? Нет. Смотри, Юрикина. Ебать! Тянется-то как? Кстати, нихуя не было видно, как тянется. Да? Да, ну ты рукой загородил. Да, вот так вот. Во, вот так видно. Мы здесь все так засрали, здесь все, блядь, в грязи. Бля, это... Как эта хуйня называется? Какая-то кокосовая хуйня, Не-не-не. Нуга. Сука, шарики вот эти ебучие, блядь. Не мармеладная. Несквик. Нет, блядь. Ты еще молоко. Рис. Моти. Это моти. Во, смотри. Буквально. Это моти в шоколаде. Ну... Кстати, полная хуйня, мне не нравится. Да, мне нравится. Я буквально моти только лучше. Вот мы моти оригинальное в Японии пробовали. Полная залупа, говно, я не знаю, как это хавать можно. О, 119 рублей, как говорят. Трахали мою жену. Спасибо большое за деньги. Свой с ДР, не знаю. Слезть с дырки? Слежи с дырки? Не знаю. С дырки слезать? Не знаю. Хотите, я энергетик облежу вот этот вот, который как фанфарик выглядит, как очковину? Надо? А ты сможешь зайти на ноуте в Donation Alert сейчас? Зачем? Ну ладно, пох. Да нахуй надо смотреть, что там эти прислали, бля, 119 рублей. Хотел бы, бля, прислал бы 20 рублей, чтобы у тебя влезло в одну строку все. Блядь. Ебать, мне плохо. Что дальше идет? Батончик вот такой. Дошики уже подошли. Не-не, давай дошики, я говорю, сладким закончим, потом начнем вот этот. Ну, самый дешевый из батончиков. Он выглядит, кстати, как дефолтный из Рашки. Вот такой. О! Гитлерия! Так, допустим. Это бремя.
есть только мой хуй. Слушай внимательно, нас не прекрасно не можем. Даже и так все понятно. На помощь нищим. На помощь. Спасибо большое, Глиттерия. Азалия, большое спасибо. Азалия, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Азалия, спасибо большое. Маме большое спасибо. Мамочка, спасибо. Мама, спасибо. Смотри, мама, за тебя. Ну, они просто вкусно. Ну, давай, Юрий. Просто вкусно. Блядь, фу, гав. Это, блядь, похоже на батончик это, со львом ебаным. А, хуй так, все, давай дошики пробовать. Я этот, я черный не буду, мне нельзя, у меня отъебнет все, я умру прямо здесь. Начинай с черного. А чем играть, у нас вилок нету. Есть у нас вилки. По одному там. По одному там вилки? Да, по одному там ящик выдвижной. А, палки, да, палками играть? Давай, давай. Там уже ставки делаешь, что ты нихуя не это. Не, я не буду. Че я нихуя не это? Не осилишь. Пиздобола ебаная. Давайте. Ну, надо намешать, наверное. А может, надо ли как-то это поближе показать? Я не знаю, может, не поближе сесть. Давай вот сюда куда-нибудь сядь тогда, окей. Боком вот так садись. Я камеру поверну. Если честно, мне уже хочется блевать. Я столько дерьма намешал в своем организме. Сделай почище, убери вот эту всю фольгу, хуйню. Так. Да, вот это вот туда. Упаковку вот эту убери из-под... Все, почище стало? Да, да, все, садись. Подожди, я перед собой поставлю. Убери эту залупу, пожалуйста. Бля, как ты перед собой поставишь? Бля, нет. Не, это залупа, залупа. Идея. Ладно, похуй, пускай тут стоит. Ты будешь чат читать. Надеюсь, ты отсюда видишь. А! Чей батя? Че, слова опять проходил вечером? Да, да. Бля, ну на самом деле выглядит оно очень остро. То есть оно прям вообще... Прям... Тихо, блядь. Я закончу. Ты будешь пробовать острый дошик? Нет, я его пробовал уже. Так вот, он максимально красный, с какой-то ебанутой жижей. Нихуя не видно, ты боком показывай. Вот, вот так, да. Очень красный, с какой-то жижей. Мне кажется, он очень жесткий. Ты уверен, что ты его пробовал? Да. Ты будешь его пробовать сейчас? Я могу, но... Ну, надень только футболку, я тебя умоляю. Давай мы тебе лифчик я сейчас найдем. Я не стирал их только что, блядь. Так мою надень, давай я тебе покажу. Дай ему дам футболку, подожди. Давай, давай. Можешь пока сам поесть. Не-не, спасибо, я потерплю. Сними еще очки, блядь, они все пишутся мне в отражении, сука, будут искать. Падлы. Отражение очков? Да, да. Они же прозрачные. Нет, там бликует. Ладно. Костя боится, есть один. О, подожди, ты хочешь попробовать? Ну, а почему, блядь, нет? Бля. Бля, не настолько дохуя. На, воду сразу. Сразу вода. Сразу зомби. Настолько? Терпимо. Терпимо? Терпимо? Ты еле выговорил слово терпимо. Это нетерпимо, по-моему. Ну да, оно чувствуется, оно горит во рту. Хорошо. Тихо-тихо-тихо. Слава пошел, Слава. Слава ест. Снимай. Пошел. Бля, неужели вам всем настолько похуй? То есть... Я знаю, что вам похуй, конечно, на остроту. Не, мне не похуй на остроту. Ладно, Юрош, покрасни. Надо закрывать чем-то. Блядь, мне на самом деле страшно, вы хули меня драконите, ебать. Да нормально, блядь. Нормально, блядь. Не, я в рот ебал. Не. Да ебани уже. Может, с курочкой, я не знаю. Ты чё, лох, блядь? Тебе 120 рублей заплатили за это. Сдохнешь так красиво. Я, кстати, все нормально. Я бы еще съел, на самом деле. Да, на самом деле, смотри. Вы выебывались? Он не знает, что оно доходит долго. Че, как тебе? Надо с колбаски просто.
Сейчас уже пальцы... Ну, вы что, лохи ебаные, блядь? Скажи, ты уебывался? Кто уебывался? Я тебе говорил наоборот, что... А ладно, может, ты уебывался? Ладно, забудьте про стримера. Да ну, нет, слушай, им похуй. Забей водичкой, запей из бульона. Я просто мне всегда похуй на острое, я не знаю, не принимаю, я думал, будет жестче. Но она доходит. Жестко. Не, ладно, я даже запивать не буду, мне похуй. Колбаски? Не-не, подожди. Ебать. Ну, со временем ебашит жестко. Не, нормально, нормально. Я даже запивать не буду, мне похуй. Убери камеру. А почему лоб протираешь? Убери на секунду камеру. Все понял, убери понял. Убери камеру на секунду. Убери камеру на секунду. Блядь, пиздец. Мне похуй, пацаны. Бля, а прикинь, жижку выпить. Это вообще ужас, блядь. Жижка разъёбнутый. За 500 рублей выпьешь всю жижу? Не, за 500 рублей просто жижу выпью, давайте. Фу, блядь. И, кстати, у меня лоб сейчас вот такой примерно. Не, терпимо. На самом деле терпимо. Это можно жрать. Давайте к следующему перейдем. Убери камеру ненадолго. Убери камеру ненадолго. Зачем? Убери камеру, я хочу высморкаться. Все хорошо. Нормально. На самом деле полный. Типа прям вообще нормально. Вообще просто нормально. Я там мороженое есть, хочешь? Не. Мне ж похуй, убираешь, даже закрывать не буду. Фу, блять. Это пиздец, у меня даже волосы вспотели. А тебе как? Заебись. А где ноут? Вы ноут убрали? Нет, я не буду пить эту хуйню! Я не буду идти нахуй! Я не собираюсь пить этот бульон, блядь! Ладно, он, там не один 500 рублей закинул, чтобы я пробовал. Похуй, ставь, давай. Я думал, это чтобы я... Дай, 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 дай. Аля, попробуй тоже. Я такая сучка. Мы тебя поняли. Ладно, ну меня пиздец. Не один, спасибо большое. Меня с острова прет прям нормально. То есть я, скорее всего, сдохну. Кстати, у нас есть молоко, если что, сразу запить. Поэтому вот, если будет плохо, то молоко пойдет сразу. Ну, нормально. Нет, кстати, с молоком молоко, молоко, блядь, за 500 рублей. Кстати, вообще похуй. Вообще не острый. Кстати, похуй, я даже молоком запивать не буду. Надеюсь, у вас один туалет. Кстати, да. Как вы думаете, а зомби нормально запивать молоко? Давайте попробуем смешать. Подожди, дай я коктейль хочу сделать. Есть у нас кружки? Ну, кстати, я реально думал, будет острее. Ну, оно доходит жестко потом. Да нихуя не доходит. Раньше оно было вообще невозможно жрать. Давайте коктейли. Коктейль делаем. Покажи, ну как-то, поснимай. Ну, типа, видно же, да? Да, да. Вот, а когда я ставлю, видно? Да, 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 да. Подвинь, да, подожди, подожди, все, я сделаю. Коктейль авторский. Смотри. Молока. Чуть-чуть. А теперь вот допиваем бульон. Да иди ты нахуй, я не буду добивать бульон. Ебать, оно красит. Я буду. Будет, будет, ему заплатили. Так налей бульон. Да, добавляй бульон, кстати. Подожди, давай. Зомбительно сделай. Энергетик. А, блядь. Для цвета. Не-не-не, эту хуйню лучше не надо. Ну мне точно пизда, я не знаю, такое нельзя делать. Это очень вкусно. Вы не представляете. За вас, дорогие. Оно друзья. Отслоилось охуенно. Поставь что-то, чтобы сейчас я срыгнул. Блять!
Блять! Ай, бля! Нормально. Ой, сука. Завалил, бля. Кстати, вообще похуй. А почему там печенье валяется? Ярик пишет... Блять. Ярик пишет, обед мразей. Русский свиней. Фу, блядь. Бери камеру. Сейчас я выпью, подожди. Он пьет. Ебать, как вкусно. Я в ахуе, это просто невозможно жрать. Ты бульон еще допить должен. Не допить, попить. Нет, там не, было не. Написано, допивай бульон. Нет, допивать я не буду. 2000. Не, ладно, наебал, не буду, я не хочу так страдать. Мне так уже плохо. Как трахали мою жену? Хавай собаку, сучка. Я не знаю, что это значит. Жена у меня супер. Фигурка. Тем более за 100 рублей. Может, кому-то грудь маловат? Хавай собаку, сучка. Ну, кстати... Как трахали мою жену. Реальная Юра, история. Юра, ни один спрашивает, курить пойдет? Пойдешь классная. С ним? Да, погнали, погнали. Грудь все. Маловато, но для меня... Не, кстати... Юра, привет. Курить пойдешь? Ну, это можно пить. Это... Блядь. Легко идет, да? Да, очень легко идет. На самом деле, это лучше, чем вот эта залупа, которая рыгань, которую я наготовил. По рецепту надо было готовить. Да, я, если честно, я могу выпить. Могу, без пизды. Но не буду. Ну что, мы закончим, мы пойдем курить. Так, ну да, 5000 я допиваю это. Сколько я ебу, что? Бля, пиздец. Ебать, меня сейчас вырвет. Вот, там еще вкусняха. Да, да. А ты не плевал, кстати, в острый рожек? Нет, в острый рожек я не плевал. Пью, да, не поем. Бля. Томата чи. Убери эту рыготину, в которой ты нарыгал, убери упаковку. Она мешает? Ну, люди знают, что там нарыгано. А ты тут хаваешь. Так даже вкуснее. Ну, это просто вкусненько. Вкусненько вот это. Если честно, оно немного не соленое, но в остальном заебись. Томаты чувствуются? Mm-mm, вообще ничего. Либо я уже все рецепторы сжег нахуй, если честно. А задвинь эту хуйню вправо, Слава. Спасибо, вот, да? Да-да-да, вот эту. А, это. Ага, все. Это чили хоть как-то чувствуется? Не, вообще нет. Она абсолютно не острая. Никакая. Ну, то есть, это можно просто есть. Это даже полный цикл нет. Давай. Так. Ставлю. Ой, давай, блядь. Пока на тебя пусть посмотрит. Бля. Вообще не остро, да? Не-не-не. Значит, по хуйне. Прикольно. Нормально? Да. Ну, выкни. Он сужающий такой прикольный вкус. Ну, он с капустой. Какой-то стрим, блядь. Стрим признания, стрим. Хотите, кому-то еще коктейль сделаю? Можешь коктейль, Слава? Сделать тебе коктейль? Я жрать хочу. Жрать? Ну, кстати, есть одна вещь очень вкусная. Вот, я пробовал недавно. Свиные. Садись вот сюда. Не-не-не. Садись ко мне, вот тут есть свиные уши. Нет, это шарачек есть. Как тебе чили? Да нормально, реально вкусно. Бля, это ужасно нахуй. Можешь не проблеваться сходить? Ой, бля. Ладно, как хорошо, что 5000 не закинули, чтобы я это не допивал, поэтому все хорошо. На самом деле, давай я туда снова сяду. В следующий раз, говорит, купите не говна. Кстати, убирать это все не попробуй. Играть это все будут люди специальные. Специально обученные. Ну, номер здесь такой. Знаешь, что самое вкусное? Вот эта штука. Сейчас, подожди, покажу. Давай. Вот эта штука. Эта штука. Самое вкусное жидким мылом. Поэтому
Ну так вот делаете. Ну туда вам. Вот так вот. Достаешь? До пены надо чуть-чуть, до пены. Во-во-во-во-во. Ой, вкус, вкус хороший. Смотри, звук приятный. Началось жижеотделение. Когда начинается жижеотделение, мы берем энергетик сверху вот так вот. Сука, сволочь, прекрати, говни. Ты когда реально в трэш-стример успел превратиться, блядь? За бесплатно все это причем. Нормальным трэш-стримерам за это платят. Сука, обговнил. Все обосрал. Ладно, что, все? Подожди, дай мне, дай я за баранку встану сзади. Сколько? Час мы простримили, все показали. Мне кажется, самое время. А до этого сколько был стрим? Ну что, пацаны, как вам? Я не могу, мне сложно. Давайте, короче, пока я вот вас ставлю, вы пока смотрите вот на это все раздолье, блядь. Можете... Не знаю, что-то придумать с этим. Я пока пойду в туалет. Вы пока тут развлекайтесь. Потом покажи Бурята, уберемся. Ага. Что еще расскажешь? Кстати, Кока-Кола. Вернись с мусором к той компании. Я вовремя? Ну давай попробуем. Это бред. Давай попробуем. Есть только... Хорошо, согласен. За 500 рублей. Большое спасибо за 500 рублей. Все, респект. Компании корельянок и отдай им пакет. Ай, отдать им пакет? А ты уверен, что они там вообще сидят? Ну хорошо, давайте я в туалет схожу, потом я вынесу обратно мусор. Здравствуйте, я хозяйца квартиры, я вижу, что вы занимаетесь в ней фигней, мусорите, нелегально держите людей, не даете им паспорт, я позвонила в милицию и за вами уже едут. Через 20 минут вас арестуют. Да, Дорг ТВ. Во. Во. Ладно, Юр, я пока в туалет, поразвлекай, расскажи какую-нибудь историю. Кстати, давай, подожди, для начала. Сейчас, дай я покажу ребятам кое-что. Сейчас такие истории будут. Ребята, смотрите. Я вот повыше камеру подниму. Смотрите, мои любимые книги, которые я читал. Кстати, вот от меня рекомендация особая. Книги, которые я читал. Вот первая, смотри. Вот видишь, первая книга. Delicious. Очень рекомендую ее прочитать. Следующая книга у нас Market World Business. Тоже рекомендую прочитать. Вот, смотрите, какая книга толстая вообще в переплете. То есть ее буквально... Вот не открыть. Буквально... Вот тоже моя любимая книга номер 2. И моя любимая книга номер 3, по-моему... Вот, персональный брендинг. Тоже очень нравится. Тоже такая книга, посмотрите, толстенная. Вот, собственно, это моя рекомендация вам сегодня на почитать. Можете скачать в интернетах. Пожалуйста. Слава, можешь раздеваться, пока я в туалет пошел. Ты выключился, да? Нет. Он все еще идет, я пойду гулять. Я это уберу, как вернусь домой, окей? Да. В смысле убрать на стриме? Давай убирай эту хуйню, которую тут развел. Так, Ромчик, здорово. Еще хочу передать привет Ипа, неодимчику моей любви. Дашеньке привет. Ага. Хуяша. Даша. А что у нас здесь, пакеты какие-то? Ярик, а Ярик на стриме? Опа, Стардаст тут. Привет всем, ребята. Привет всем, вот смотри, какую вкуснятину. Ой, блядь. Ой, Ярик тут, Ярик, здорово. Ярик, Ярик, тебе тоже привет. Дорогой мой любимый друг. Фу, блядь, какой ужас здесь, пиздец. Даша тебе привет передает. Привет, Даша. Привет Олегу. Привет Руслану. Привет Марине. Привет Алене. О, Коля-младший здесь. Здравствуйте, всем привет. Всем привет. Так да. Приятно наблюдать, когда он убирается. Кто-то будет... А, печенька испачкана в этом. О, ладно, я выкидываю. Заблевал печеньку. Па-па-ра-па-па-па-па-ра-пам. Па-па-ра-па-па-па-ра-пам. Выкидывай нахуй.
Это все еще более-менее нормально. Это, кстати, соусы были к ножкам свиным. Может, они вкуснее были бы. Что, кому-то нужна вот эта бабочка ебучая за 3000 долларов? Нет? Или я тоже выкидываю? Кстати, мусор надо было доложить, действительно, в тот пакет. Колбаса хуйня. Это просто паштет какой-то из говна. Все в пизду. Остальное в целом можно оставить, потому что это типа модно хавать. Это мы оставим вот здесь хозяину квартиры за то, что... За то, что он позволил в своей квартире такую сделать, блядь. Это пиздец. Ну хорошо, получается, только со стола осталось протереть. Юра, зачем ты общаешься с этим быдлом? Не знаю. Ну ты надо у Юры спрашивать. Я тут при чем? Я это быдло, кстати. Так, а где палка? Палки? Коля тут вообще как свой. Ай, блядь. Где палки? Какие палки? Ну, плиты. Вон там, под ножом. Ты будешь это напивать? Что это? Ну это фунфырик этот. А, не будешь? Ладно, по факту лучше всех вписался Костя. У него английский на самом высоком уровне. Он даже корейские фразочки начал учить. Да, я не орт, кстати. Скажи что-нибудь по-корейски. Анюхасайо гамарджоба. Что там еще? Ашвайн. Не, не то. Все, подобрал чуть-чуть. А тряпка у нас есть какая-то? Салфетки вон там. Дай мне вот эту хуйту, вон, смотри, желтая. Дай ее мне. Это салфетка. Блять, это просто свиной жир, блять. Фу, нахуй. Вы будете это доедать, кстати? Нет, ты в толчок сливаешь все это. Потом, короче, это уже второстепенно. Вообще такое должно быть за кадром, хули я убираю это? Я, вообще, мы богатые, блядь, у нас домработники есть, между прочим. Да, сухие салфетки. Я такой залупой нахуй не страдаю, я дома вообще никогда сам не убираюсь, блядь. Вообще, я это убирать не буду, нахуй, в курсе? Это пиздец. Фу, блядь. Я еще боюсь, я сейчас пойду стримить куда-то на улицу, я обосрусь на улице из-за того, что я все это съел. Или обрыгаюсь. Ну, реально мне плохо, мне реально плохо, блядь. Знаете, у меня вот такое примерно выражение лица сейчас. Фу, блядь. Блядь. Это тоже можешь убрать. В стирку закинь. Ладно. Короче, еще раз. Для подписчиков Boosty будет розыгрыш. Вот эта хуйня. Подписчики Boosty. Вот это тоже. Вот эта хуйня для подписчиков Boosty. Вот будет. И, собственно, вот этот гасяпон, который я выбил, тоже для подписчиков Boosty. Еще. Просто для подписчиков. Я что-то куплю в последние дни. Возможно, будет полустрим, полувидос на Boosty. Доступный для всех. Вот. И еще там накуплю полностью какого-то там, ну, мерча, я хуй знает этих корейцев. Какую-то еще там тему, которая вам понравится. То, ну, вот я все это закуплю и тоже вам подарю, когда приеду в Россию. Гострим на Boosty, где ты на улице обосрешься перед кореянками. Ага. Да-да, 5000 любой стрим, блядь, ваш, пожалуйста. Делайте все, что хотите потом со мной. Ладно, мы все вытерли. Да? Нормально? 1 000 000 рублей и Дианон Коля. Нихуя себе, он 100 тысяч не смог набрать. Он сразу миллион. Ну так я себе процент беру. Процентик, блядь, интересно. Спизди футболку у Славы и разыграй. У него одна тогда останется. Это костя. Можем что-то из вещей разыграть, если вам это вообще как-то интересно. Ладно, все, пакет отношу. А трусы Коли вам нужны ношеные или чистые? Да можно и те, и другие. Ладно. Общайся пока, тут пока вопросы задают. Может, вы хотите спросить, кто такой Юра? Как он выглядит? Как он вообще? Откуда он родом? Может, вот это спросите. Все, что купил Костя сегодня, было очень вонюсе и очень дисовое. Ладно, будем со стримом смотреть, как Слава кушает. Можно я поем по-человечески? Пожелайте ему приятного аппетита, пожалуйста. Я чеченец. Меня звать Аслан. Рома спрашивает, Слава, ты взял разговорник? Да. Я только его... Он у меня в комнате.
Тебе приятного аппетита желаю. Все. Спасибо, спасибо, спасибо. У меня сосисочка. Юрок, это тот, который эти, как его, кожуру от картошки ел. А еще очень вкусную шаву любит. Без всего. Мне же не видно. Тебя не видно, не видно. Поцелуй Славу в щеку. Вот был бы тут не один, поцеловал бы в губы. Ах, Юра, что ты делаешь? Видно чисто твой лов. Слава по битбоксе. Ага. Юра, кем работаешь? Инженер IT-компании. Скоро перехожу на девопса. Поцелуй Славу так, будто он не один. Дальше. Подожди, кстати. Ну мы, кстати, не зря микроволновку прикрыли. Там бы Коля было видно иначе. Да. О, прикольно. Школа не мокрая. На улице, Ромчик, пиздец, как жарко. Ну ладно, сегодня полегче. Вчера был вообще трэш. Влажность типа под 90, там, ну, 86%. Ладно, похуй, я в целом готов. Что это за шторка на стене? А это все можно на Бусти посмотреть в обзоре хаты. И узнать, что находится за той дверью. Закиньте хоть ссылку на Бусти. Ромчик, закинешь ссылочку? Ладно, все, я готова. Давайте я сейчас вас возьму. И победу. Не, Славу обнимать нельзя, он не друг мне. Вкусно? Да, неплохо. Ладно, молоко, кстати, неплохое. Ну, я думаю, вот надо есть вот обычный нормальный дошик кайфовый и сосисон. А еще молоко клубничное. Бля, клубничное молоко есть охуительно. Молоко клубничное разъеб просто. Просто разъеб, пацаны. Весело и вонюте. А, на всю кока-колу уберите в холодильник, зомби, ну, на зомби похуй в целом. Оставьте как есть. А, ну все, спасибо этому дому, мы пойдем к другому, пойдемте, я вас поведу куда-нибудь. А, стой, а можешь в телефоне открыть и примерно маршрут построить до моста, чтобы я понимал, куда идти? Бля, у меня телефон там, где... Отойди на секунду. Отдай Бля, паспорт. Отпусти меня. Отдай я паспорт. Делаю. А где паспорт? Он закрылся. Что за паспорт, слышишь? Он закрылся в моей комнате, у меня телефон. Хотите, я вас в микроволновку поставлю? Давай, пока не на стриме там. Да, пока не на стриме сейчас. Пацаны, сейчас я вас поставлю в микроволновку, не против? Закрывается. Сейчас даже типа двигаться. На 2 минуты. Подожди, я сломал помощь. Тебе на пляже? Да. Хочешь до пляжа пойти? Я? Нет. Ну, до пляжа, мне до пляжа-то. Да.